И сегодня же в Киеве два самых известных фигуранта янтарных уголовных дел вносили залог, чтобы выйти на свободу. Это бывший зампрокурор Рівненської области Андрей Боровик и бывший прокурор Сарненского района Вадим Топольский, который выложил почти 700 тысяч гривен. Подробнее Александр Васильченко. Адвокаты бывшего зампрокурора Рівненської области Андрея Боровика, которого обвиняют в крышевании янтарной мафии возле Лукьяновского СИЗО, появились во второй половине дня. Из собственных источников нам удалось узнать, экс-прокурора выпустили под залог 1 миллион гривен. Информацию о том, что Боровика освобождают, не афишировали, поэтому присутствие журналистов защиту удивило. Общались с прессой, адвокаты неохотно сумму залога обнародовать отказались. Дело против своего клиента называют сфабрикованным. В СИЗО Боровик находился практически год, и вот только сейчас, говорят адвокаты, появилась возможность изменить меру пресечения. Была неправильно вызначена квалификация злочинов, по яким обвинувачивались. Боровик, тому за кримінально-процесуальним законодавством не було можливості внесення застави. Суд починає розгляд справи по суті. Забирали Боровика на дорогой иномарке. Адвокаты делали все возможное, чтобы клиент избежал общения с прессой. Поэтому машину поставили у самого входа в СИЗО. Экс-прокурор общаться отказался, ссылаясь на плохое самочувствие. Сегодня просто буквально спецкапельница. Я дам всем журналистам дуже велике интервью. Всему материалу. А скажите, пожалуйста, правда, что за вас застава миллион гривен внесена? Ну вы же журналисты, вы все знаете. В ГПУ официальное освобождение Боровика под залог пока не комментируют. Напомню, экс-заместителя прокурора Рівненської области Андрея Боровика задержали 4 июля прошлого года. Ему инкриминировали организацию преступной группы, которая занималась хищением изъятого янтаря. Позже обвинения против Боровика переквалифицировали. По делу он проходит как соорганизатор. Кроме зампрокурора, силовики задержали еще 32 человека, которых обвинили в крышевании нелегальной добычи солнечного камня. Среди них сотрудники прокуратуры, СБУ, нацполиции и районные чиновники. Во время операции силовики провели 123 обыска. У подозреваемых изъяли черную бухгалтерию, схемы распределения денег, офисную технику, оружие и почти 1,5 тонны янтаря. Александр Васильченко, Даниэль Косаковский, Евгений Пахальчук. Подробности телеканал «Интер».